центре Одессы реконструируют сквер, названный в честь немецкого города Регенсбурга. Работы ведет компания «Энергомакс Проект», которая получит за них 30 миллионов гривен. Строители приступили к прокладке коммуникаций и укреплению подпорной стены, выходящей на улицу Мечникова. Площадь сквера составляет половину гектара. В зеленой зоне планируют установить постаменты с символикой Регенсбурга, а на центральной аллее появятся фонтаны. Кроме того, в сквере хотят организовать зоны активного отдыха. Две детские и две спортивных площадки. Интересный факт, что сквер назвали в честь немецкого города-побратима Одессы в феврале прошлого года. Это одна из зеленых зон, оставшихся от внешнего бульвара. Так называлась в 19 веке широкая полоса между Старопортофранковской и Мечникова, которая была сплошь засажена деревьями. Напомню, что первоначально проект реконструкции презентовали еще в сентябре 2019 года. Открыть зеленую зону планировали ко дню города в 2020. Однако работы так и не начались. Прогуляться по скверу в лучшем случае одесситы смогут в декабре 2022 года. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».